Утеряно, куплю, продам, отдам, найду, супер и так далее. Любая поверхность после этих предложений начинает выглядеть как помойка. Да и городу такой внешний вид фасадов домов, световых опор, водосточных труб вряд ли к лицу. В Ленинске-Кузнецком нашли способ борьбы с этим явлением. Ввели штраф из-за размещения рекламы в неположенных местах. Есть закон Кемеровской области, статья 15. Это административное правонарушение, которое грозит штрафом гражданам от 1000 до 2000 рублей, должностным лицам от 15 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам от 15 до 30 тысяч рублей. Нарушителей будет найти несложно, поскольку в каждом объявлении оставлен контактный телефон. И отговорки типа «это клеил не я», а распространители приниматься не будут. Отметим, что в Ленинске-Кузнецком достаточно специальных мест, где размещение частных объявлений разрешено. Вышло постановление администрации Ленинско-Кузнецкого городского округа о определении мест для размещения рекламы. То есть это доски объявлений на жилых домах, на остановочных павильонах с такими определениями, как объявление, информация. Значит, законом Кемеровской области определена также статья 15 о размещении рекламы на жилых домах. Бесплатные частные объявления можно оставить и в редакциях местных газет, заполнив соответствующий купон. Это поможет не только быстро проинформировать население, но и избавит город от лишней грязи. Красота Ленинска-Кузнецкого – дело рук самих горожан. Работы по благоустройству не будут полноценными, пока даже самая незначительная мелочь не перестанет уродовать дома и столбы.